Газ в многоквартирных домах – это не только комфорт, но и повышенная опасность. Очень важно регулярно проводить техобслуживание, оборудование специализированной организации один раз в год. Об этом напомнили в администрации муниципалитета на встрече с управляющими компаниями. Данная работа проводится специализированными организациями, но с 1 января 2024 года внесены изменения в федеральный бюджет. И только газораспределительная компания, у нас это в большинстве случаев Мособлгаз, будет иметь право обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. С 1 января обязанностью управляющей организации будет только обеспечение доступа в квартиры, а технический осмотр проведут уже сотрудники Мособлгаза. На данный момент эти изменения в процессе утверждения. В случае отказа в допуске для проведения ТО, отключение возможно после 3 уведомлений, процедура занимает до 90 дней. Сейчас на утверждении упрощение процедуры уведомлений собственников о дате ТО ВКК и обеспечение доступа двумя уведомлениями, процедура 20 дней. Ну, то есть это сейчас там. Житель может не открывать дверь, не пускать, то, повторюсь, дальше это будет проще. Два уведомления и отключили газ. Кроме того, передав права одной организации, повысится и контроль за качеством. Это поможет избежать несчастных случаев и защитит жителей от мошенников. Узнать сотрудника обслуживающей организации можно будет по отличительной форме и удостоверению или карточке с личным QR-кодом. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».